Ну, вы стояли на Майдане, да? Ну, стреляли. Как снайпер обютовцы. Работу больше всего на свете, а войну ненавижу. Хотя, там, где война, там и я. Почему? В Карабахе была война. Чеченцы пришли помочь. Когда у них была война, они лично сказали, идешь. Мог бы я не идти? Нет, не мог. Поехал туда. Там были боснийские войны. Получился так, что потом Босния не начался, и все мы туда пошли. А сегодня было страшно? Скажи честно, мне всегда было страшно воевать. После прошел три войны, я нормальный человек. Сам кандидат наук, этнолог. Первый раз, когда удостоверение ГРУ в Риге, когда люди жгли партбилеты, а мы стояли оцепление. Я почему-то сам тоже не смог себя понять, сжег свое удостоверение. Это первый раз я видел Майдан в Риге. Очень согласен. После этого я прошел 5 Майданов. Все понимал, знал, что это технологии. Так как разведшколу окончил, разведакадемию окончил. Я знал, что такое технология. А вот это Киевский Майдан я так и не понял. Почему? Его еще понять надо. Но вы стояли на Майдане, да? Да, с 1 декабря. Про вот сейчас что происходит? По Карабаху похож. На Карабах? Чем? Без нравственности. Но эта война еще отличается тем, что народу, который 20 лет, который просто не хотел воевать и разоружался, фактически считал себя народом, который нет у него проблем, нет у него врагов. И вдруг вот такое устроит. Это фашизм. Дело в том, что украинцы хоть и за 20 лет не учились воевать, они по самой натуре, они войны. Я знаю, чем закончится эта война. Эта война перейдет на Болград, Белград, Орел. Те, которые здесь воюют. Возможно, что в каком-то мере в Харькове будет, возможно, в Одессе будет. Своим вот это действием, что делает вот этот Путин и его команда? Фактически готовит украинских воинов. Но, естественно, чем дальше здесь мобилизация будет, и оттуда мобилизация будет. Скоро и татаров привезут сюда, скоро и казахстанских казаков привезут сюда. Они не пройдут, и им не позволят. Просто, ну, вы сами знаете, что против продвижения этого отмороженного войска будет стоять вся Европа. Всеми возможными силами остановят, не дадут ему идти дальше. В чем их преимущество сейчас? Сейчас профессионализм, они хорошо умеют минометом работать, танками работать. Кабардинцы, осетины, ингуши, которые будут участвовать в этом войне, абхазцы. Конечно, еще будут сказываться, что 24 года Россия воюет. Ими руководит генштаб, которых опытные генералы. Каждая операция, взятие каждого поста, как говорится, Москве. А здесь вы видите все. У ребят ничего нет. Ну, этот же батальон имени Сашка Музычка. Вы его знали лично? Я лично знаю. Но не другом я был ему, как бы подчиненному, как бы. То есть вы с ним воевали в Чечне? Для меня он генерал, да. Для меня он генерал, а я сержант. Прекрасный человек, добрый. Ненавидел убийство войны. Сейчас можно сделать с него монстра только потому, что какой-то замминистр внутренних дел Евдокимов или министр внутренних дел Аваков
что решили, что он должен умереть. 5 человек свидетель тому, что я утром пришел, сказал: Саша, тебя сегодня убьют. В тот день он был в управлении внутренних дел, был один. Один. Зашел в управление внутренних дел. Реально. Надо было его арестовать, если он преступник. Зачем нужен был его убивать? Сашка Белый был бы вот этот, а они не пришли бы сюда. Этот человек с 900 бойцами освободил Грозный от 20-тысячной российской армии. Вы не думайте, что Сашка Белый это... наравне Сашка Белого в российском генштабе не было человека. Страна не знает своих героев. Вы не знали, что он генерал. Ну, он, конечно, в звездочке получал восьмиконечные, которые он создает. Нет, у него в глазах нет этого хищника. Он сможет остановить эту войну. Он сильнее личность, чем Путин. У Порошенко будет два пути. Или подать в отставку и идти, или просто дать возможность украинцам воевать. Потому что, насколько я знаю украинцев, они не согласятся с присутствием здесь российских войск. Поэтому будет здесь большая война. Второй вариант, чтобы не было этой войны, это значит, Путин оставляет их на съедение, полностью уничтожение АТО. Ну тогда Путину конец. Помните, есть в Библии такой Иов: твоя ученость довел тебя до сумасшествия, Бог говорит Иов. Если он не продолжит войну, то должен уйти. Потому что Россия ему не простит. Если будет продолжать войну, то эта война неизбежна. Он не думает, что он выиграет эту войну. Против него весь мир.